Нескучное лето обещает маленьким хантамансийцам городской культурно-досуговый центр. С начала июня и до конца лета в парке имени Бориса Лосева будут проходить игровые программы. Яркие и узнаваемые персонажи будут развлекать детей и взрослых веселыми играми, интерактивом и танцами под задорную музыку. Кроме того, хантамансийцев ждут концертные, игровые, оздоровительные программы для разного возраста. Клуб настольных игр, а также дискотеки для школьников от 12 лет и старше. Лето 2019 обещает быть интересным и насыщенным различными формами культурного досуга. Познакомиться с афишей мероприятий можно на официальном сайте КДЦ «Октябрь» и в социальных сетях учреждения.